Долгожданное событие для жителей новой застройки. Сегодня в деревне Сапронова праздник. Здесь открылся детский сад номер 2 «Колобок», рассчитанный на 140 мест. Несмотря на то, что фактически учреждение находится в горках Ленинских, границы между поселениями настолько стерлись, что этому приобретению рады и жители города Видное. Любого спросите, тут все так этого ждали. Детей очень много, у нас район действительно очень детский, очень много колясок, поэтому, я думаю, все счастливы. Большой, яркий, он сразу привлекает внимание. Строители постарались сделать новый детский сад не похожим на другие. Панорамные окна придают зданию особую индивидуальность. Перерезать красную ленточку поручили одной из будущих воспитанниц. Помогал ей в этом непростом деле глава Ленинского района Валерий Венцель. Детского сада Ермаковой Маргарите. Детский сад оснащен всем необходимым для комфортного пребывания малышей. Штат полностью сформирован. Колобок уже готов принимать своих воспитанников. В этом убедились почетные гости во время экскурсии по учреждению. В таких условиях дети Ленинского района имеют возможность вырасти разносторонними и целеустремленными, заниматься спортом, увлекаться творчеством. Мы в первую очередь, понимая о том, что это ответственность, которую и задача, которую перед нами ставит наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, стараемся следить, чтобы темпы строительства жилья не отставали от темпов строительства объектов социального значения. И я не хочу сказать, что у нас нету очереди, однако мы понимаем, какими детскими садами мы к концу года уже должны ее значительной части сократить. А вот в поселениях мы уже вводом этих детских садов мы уже практически эту очередность снимаем. Еще один детский сад предстояло открыть в деревне Боброво. Строители передали заведующий символичный ключ от детского сада «Бобренок». Ключ, который мы с удовольствием вручаем Любовь Николаевне, как заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образованием учреждением детский сад номер 27 «Бобренок». Мы очень счастливы, что открылся детский сад рядом с домом. Будем с удовольствием ходить. Это прекрасно, это замечательно. Дети – это наше детство, любовь, молодость, красота, здоровье, счастье. Это дошкольное учреждение куда больше предыдущего. Оно рассчитано на 340 мест, 18 групповых ячеек. Есть кабинеты психолога, логопеда, изо-студия, залы хореографии, два актовых, столько же спортивных. Детки должны всесторонне развиваться, поэтому все условия для этого созданы, все специалисты набраны. Поэтому все зависит от того, чтобы родители у нас тоже проявляли интерес к этому, да, потому что мы будем очень активно с ними сотрудничать, так как они являются приоритетом для наших деток. В честь долгожданного открытия детского сада «Бобренок» воспитатели сочинили песню, которую исполнили для почетных гостей. А к первому дню рождения у «Бобренка» обещали написать еще и гимн. Здравствуй, садик, улыбкой нас встречаешь, эту песню мы тебе поем. А в первый день осени в Ленинском районе ожидается еще одно радостное событие. В Молоковском поселении откроется самый большой на сегодняшний день детский сад на 360 мест. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.